Вот мое босоногое детство в городе Измаили прошло. Это Одесская область, да. Да. Это мне еще 5 лет не было, где-то 3-4 года. Вот там мы оказались, угу. В Измаиле. После чего из Измаила отца послали в город Бухарест, угу. Заниматься всякими там делами, репарациями и всеми прочими делами. В Румынию? В Румынию, да, в Бухарест. А там очень удобно было, потому что все рядышком, значит, Вена, Будапешт, угу. Бухарест. Вот мы жили в Бухаресте, угу. А папа занимался вот этими... После того, как война закончилась, значит, мы имели право получить то, что нам положено. То есть вы по заграницам, вы просто золотая молодежь. Да, нет, за границей провели. Ну, надо сказать, что, конечно, было, какая-то жизнь была замечательная, потому что кино, вот немые картины, в Бухаресте мы ходили, смотрели. Чаплинские картины, были такие комики еще американские. По-румынски они, значит, назывались «Станши Бран». Так это я помню. Толстые, тонкие комики такие. Вот с семьей ходили, я смотрел картины. Дома был аппарат, и чаплинские фильмы мы смотрели. Так что хорошие. Что за аппарат? Просто кино, да, проектор, да? Проектор назывался. Да, и там экран какой-то дома был, Нет. Просто экранчик, да. И кроме того, вот я говорю, просто в кинотеатры с семьей собирались, ходили, смотрели. И как-то это очень... Я понимаю, Исулович – это белорусская фамилия. А в Белоруссии довелось пожить? Дело в том, что, опять-таки, вот белорусская, по маминой линии, да, как бы белорусская, по папиной, получается, что польская. Ага. И там даже было такое семейное предание, что вот после войны чуть ли не предлагалось папе поехать в Польшу, как бы польские какие-то корни, поехать в Польшу начальником тех отдела польского флота. Не знаю, так, не так, вот такое предание было в семье. Папа отказался, не захотел, хватило Румынии, хватило всего. И мы, кочевали, жили. В Измаиле дважды, значит, были. Вот из Измаила уехали в Румынию, а потом папа отказался, его направили в Измаил начальником тех отдела Дунайской флотилии.